Предпраздничная суета обернулась трагедией. 27 декабря на Варламовской дороге водитель автомобиля «Сангьон Кайрон» хотел совершить обгон, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины, женщина 85-го года рождения, получила телесные повреждения. После осмотра врачом была госпитализирована в приемное отделение КБ-50. И также ребенок, девочка 2023 года, получила телесные повреждения, также госпитализирована в КБ-50. А водитель 74-го года рождения от полученных травм в результате дорожно-транспортного происшествия скончался. В сети саровчан шокировало видео со сбитым ребенком на перекрестке улиц Зернова, Московской. На высокой скорости мужчина на «Ладе X-Ray» проехал на красный и сбил мальчика, который перебегал дорогу в сторону дома молодежи. К счастью, обошлось без серьезных травм. После осмотра врачом юношу отпустили домой. Уже в наступившем году случилось еще две аварии с пострадавшими. Одно дорожно-транспортное происшествие произошло 2 числа. У дома 68 по улице Зернова, где водитель 98 года рождения, управлявший автомашиной «Шкода», осуществил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего данный пешеход был доставлен в КБ-50, после осмотра врачом был отпущен домой. В Рождество они поделили дорогу на улице Зернова водитель «Хавейл» и мужчина на «Опеле». Первый выехал на встречную полосу. Автомобили столкнулись. Оба водителя получили травмы. Виновника аварии госпитализировали, второго автомобилиста отпустили домой. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».